Уникальная встреча двух оркестров. На сцене военной академии сыграли музыканты военно-морского флота США и белорусские военнослужащие. За свою 75-летнюю историю американский коллектив объездил весь мир, бывал и в нашей стране, однако совместное выступление прошло впервые. Много времени на репетиции не было, интернациональный оркестр сыгрался на удивление быстро, программу мы подобрали не случайно, прозвучали и патриотические американские марши «Попурри Белая Русь». Нам было очень приятно репетировать с нашими белорусскими коллегами, ведь они предоставили возможность передать нашу общую музыку во всей красе. В зрительном зале более 400 военнослужащих, и, судя по их реакции, совместные выступления продолжат в будущем.